Это ужасно сидеть здесь и не иметь возможности что-либо сделать. Если ты не оставила бы ее одного, я уже сказала себе сотню раз, что виновата я. Но это не вернет моего Брэндона. Джина, нет. Не паникуй, Джина. Все будет нормально. Все образуется. У него есть какие-нибудь друзья рядом? Полиция всех обходит и смотрит. Куда же подевался этот малыш? Ребенок-то поступает так, как ему взбредет голову. Он где-то неподалеку. Я уверена, с минуты в минуту он придет. Хорошо бы, иначе... Ты мне угрожаешь? Уходи отсюда. Си, скажи, чтобы он ушел отсюда. Она ушла отсюда. Сантана имеет право находиться здесь, поняла? И я рада, что смогла съездить с вами в аэропорт. Я смогла встретиться с ним. Зато теперь мы знаем, на что похож он, на кого он похож. А фото, которое я заснял, можно будет использовать. Хорошая идея, когда напечатаешь, наш специалист займется ретушью. Крус. Да? Тебе известно, почему я под угрозой? Думаю, скоро узнаем. Надеюсь. Надеюсь. Келли, мы урегулируем эту историю, не волнуйся. Хорошо бы. Могу найти ключи, но они у меня были где-то. Пиникли. Пиникли, ты меня слышишь? Пиникли. Пиникли, отвечай, ёпт. Алло, Пиникли слушает, ёпт. Слушай меня внимательно, у нас поменялась ситуация. Твое задание отменяется. Что, с у вас всем что ли рехнулись? Я уже почти сделал это. Через пару секунд уже бы было готово. Отбой, возвращаемся к новым, прежним, короче. Не выполняй свое задание, ни при каких обстоятельствах, иначе вообще жопенцией будет, ладно? Не понял, да, Пиникли? Да, понял, понял. Ты шеф, ты решаешь все, ты решала все. Но ты мне заплатишь. Я тебя не знаю, герл, но можешь считать, что сегодня тебе повезло. Алло. Что происходит? Тихо. Да. Хорошо, продолжайте, держите меня в курсе, ёпта. Кто это был? Они обходят все дома с запада долины вплоть до океана. А что происходит-то, собственно говоря? Брендон пропал. Не успела Джина выйти, как Брендон пропал. Роза должна была вернуться. Джина, ты не права. Это твоя вина. Я знаю. Идан, успокойся. Давайте я позвоню своим ребятам, и они все урегулируют. Не надо, Крус, все нормально. Уже ищут, все в порядке. Мы уже везде посмотрели. Ну ничего, я позвоню своим связям, у меня есть связи, как вы знаете, да, и попытаемся эту ситуацию решить. Миссис, мы принесли для вас кое-что. А, это мне. Ну, сейчас такая ситуация, что уже этого не надо. Нам придется отменить банкет. Так что больше не понадобится. Ты сказала, что виделась с Мейсоном. Ну, всего 5 минут. Зачем? Нахрена ты с ним встречалась? Что он тебе должен был сказать? Ну, он хотел помочь нам кое в чем. В связи с Джетсоном Хэнком. Он был очень мил, и мы просто говорили в этом деле. Я оставила записку Розочки и думала, что все будет нормально. Джина, чтоб больше такого не было. Чтоб больше такого не было, и ты занималась только своими делами, поняла? Мейсон не будет помогать тебе, поняла? Хорошо, в следующий раз этого не сделаю. Брэндона не оставлю, все будет нормально. Отвечаю. Сначала найти его надо, ёпта. Я чувствую себя не менее виноватой, чем Джинусик. Если бы я вернулась на 5 минут раньше, ничего бы этого не случилось. Роза, не волнуйся, это не твоя вина. Эх. Брэндон вернется, я уверена. У него просто талант прятаться в таких местах. Так же со мной в парке было, помните? Мы все так поступаем, когда были детишками. Розочка, помнишь, а? Да, дорогая Келюсечка, помню. Ник, будь добр, обследуй весь дом, проверь, не взламывали двери или окна, ладно?
Я с вами. Вы думаете, его украли? Как мы узнаем? Потребуют выкуп. Узнаем. Патрик, я обследую окрестности вокруг дома. Спасибо. Я прошу держать линию свободной, ладно? Ой. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, ёпты. Господин полицейский, не совершайте ошибку. Меня зовут Леонель Локаридж, и я здесь живу. Это меня не интересует, мистер. Я обхожу дом, потому что пропал... Точнее, вы не видели здесь мальчика 6-7 лет? Блондина. Его зовут Брендон. Брендон? Брендон Демот? Да. Вы не могли бы говорить потише? Моя жена там в комнате спит. Да, я знаю Брендона Демота, но я его не видел. Я не знал, что он пропал. Да, он ушел из дома час назад. Мы думаем, что он где-то прячется. И просим всех соседей быть на чеку. Да, конечно, я буду на чеку. Если что, я обязательно свяжусь с Кэтлами. Спасибо, мистер Локаридж. Ой. У меня небольшой подарок для Аугусты. Еще один подарок от ее тайного вздыхателя. Леонель, я считаю, что все это глупо. Ничего хорошего у нас не выйдет и с этим бывшим астронавтом. Бросьте эту историю, думайте что-нибудь другое. А мне кажется, что результаты не такие уж и плохие, Джули. Я просто делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть Аугусте уверенность в себе. И пока я больше ни о чем другом не думаю. Но тогда вам надо приготовиться к очередному разочарованию. Дорогуша, думайте, что хотите, я от своего не отступлю. Я кремень. А сейчас я должен заняться своими матрасами. Передайте ей это, ладно? Окей. Джулия, да? Иди сюда, мне показалось, что кто-то приходил. Это я. Ходила в магазин и нашла кое-что под дверью. Что? Иди сюда, это твоего неизвестного поклонника. Ты в порядке? Садись сюда. Это становится все более интересным и таинственным. Что это? Скажи мне, что это? О, это великолепно, это связанный свитер. Да? Что это, пальто? О, я бы хотела примерить. Погоди, я помогу. Я уже ничего не понимаю. У меня есть поклонник, бывший астронавт, сосед. Я пользуюсь таким успехом, как и никогда до этого. Но как, потрясающе? Вот и славно. Знаешь, Джулия... Что? Ты не могла бы как-нибудь намекнуть об этом Лионелю? Конечно, не в лоб. Я была бы тебе благодарна. Я не хочу, чтобы он думал, что если я его не вижу, то я ущербная. Конечно, ты не ущербная. Я даже думаю, что для тебя начинается новая жизнь. Когда тебе станет лучше... Тогда ты будешь удивлена, кто же эти все мужчины. Кто тебя вдохновляет. Она поверила моей истории, короче, да. Достаточно было сказать, что я кореш-кореш его фазера, да. Но не надо забывать. В общем, ты должен себя вести по-пацански умело, да. Да знаю. Мне кажется, начинает все это нравиться. Даже больше скажу. Эта стратегия доставляет мне реальное удовольствие, ёпта, гораздо больше, я уверен, чем настоящему Стэнфилду Ли. Нет никаких следов вскрытия окон. Зачем их вскрывать, если Роза держит их всегда открытыми? Такую-то погоду. Идемте посмотрим там. Хорошо. Вы пришли сюда как раз куда нужно. У нас тут самые прекрасные матрасы и подушки, короче, да. У нас есть даже целый отдел, посвященный надувным и пляжным матрасам. Искренне предпочтите спать под открытым небом, даже зимой. Я бы хотел попробовать их все. Я считаю, что хорошая кровать — это важнейшая часть жизни. А вы? О да, я считаю, что это совершенно верно.
Не стоит забывать, что мы проводим 1/3 своей жизни, не так ли? А мы не можем проводить 1/3 своей жизни, крутясь и ворочаясь в попытках заснуть. Вы абсолютно правы. Вот этот, мне кажется, вполне хорош. Вы умеете выбирать, мисс. Этот матрас наш лучший товар. Посмотрите, он существует в категориях мягкий, средний, жесткий, очень жесткий. И доска для резки хлеба. Присядьте со мной рядом, хочу проверить, как он себя ведет под весом двух людей. Конечно, мисс. Вы даже можете прилечь, чтобы попробовать. О, очень мило, мистер. Но нужен ли мне именно этот? У меня нет уверенности, мисс. Но если вы мне объясните, какой уж ваш идеал матраса, я бы вам мог помочь, ёпте. Для меня матрас должен быть отвечать несколькими требованиями. Много как Маш. Он должен соответствовать моему стилю жизни. Должен быть гибким, но не рыхлым. И самое главное, он должен быть надежным. Да-да, короче, как мужчина. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Миссис, простите, я сейчас подойду. Да. Здесь полежите пока, да? Сейчас вернусь, мисс. Поторопитесь, мне нужен будет ваш совет. Что вы тут делаете? Мы снимаем небольшую рекламу. Лионель, вы еще не выполнили свою недельную норму. Я знаю, но у меня есть еще один день, и я хороший продавец. Ну что ж, будем надеяться, ёпта. Итак. Я готов, ребят. Мотор. Дамы и господа, добро пожаловать в Циммерман. Единственный настоящий дворец матрасов в Санта-Барбаре. Приходите, увидите наши акции и сравните наши суды с нашими конкурентами. Упс, ёпта, я сказал суды, ёпта. Да, Циммерман, ты сказал суды. А, нет, надо было сказать цены. Босс, вы не могли бы уделить мне несколько секунд? Да, конечно, говорите, скажите. Скажите, мне кажется, не знаю, как вам это сказать, но... Мне кажется, вы должны обращаться к вашей публике, так же, как вы говорите со мной, с теплотой и нежностью. Лионель, мой рекламный агент сказал мне, что публике нравится, когда директор магазина проявляет немного властности, как человек, разбирающийся в бизнесе. А, да, понимаю, но он, наверное, в этом разбирается. Не хотите, я вам покажу... Да, сейчас я вам покажу кое-что. Так, хорошо, вы готовы снимать, да? Дамы и господа... Вам никогда не хотелось хорошо поспать? Не слишком ли матрас жесткий ваш? Или он просто слишком старый? Матрас это наш бизнес, ёпта. Если у вас есть проблема с матрасом или со сном, почему вам не довериться нашим экспертам по матрасам, которые поведут вас... О, подождите. А вот и одна из наших клиенток. Мисс, не могли бы вы сказать публике, которая нас смотрит и слушает, что вы думаете о матрасах Циммерман? Я считаю, что они просто чудесные. Вы нашли себе подходящий? Ну, разумеется. Мне очень нравится модель королевский. Наверное, я его куплю. Вы ведь доставляете на дом, да? Конечно, доставляем. Об этом не волнуйся, милочка. И остается... И мы... Ну, в общем... Да. И с благодаря нашим матрасам вы проведете ночи, сравнимые с 1001 ночью. Скажите... А когда покажут этот фильм, я хочу, чтобы увидели мои друзья и увидели вас, мистер Циммерман. Я вам скажу, сейчас вернусь, извините. Держите, мистер Циммерман. Ну, что скажете? Не, это ли хорошая торговля? Да, поздравляю вас. Поздравляйте в том же духе, ёпта. Я буду стараться. Если вы разрешите мне делать вашу рекламу, я согласен. Мы можем попробовать. Почему бы и нет? Я подумаю. Спасибо. Я не пойму, что с вами происходит. С кем? Со мной? Да, с вами. Вы изменились, Джина. Когда я уезжала, вы были милы и спокойны. А теперь вы все нервные и агрессивны. Что у вас за дела, ёпта? Я запрещаю вам так со мной разговаривать. Вы не имеете права тут выпендриваться, я тут самое главное. Вот и все. Я не позволю тебе со мной так разговаривать. Вы не смеете говорить. Я оставила его вам, потому что надеялась, что вы лучше. Если Брэндон не был моим сыном, я бы не позволил его установить. Прекратите, ёпта, обе её хоть. Хули вы тут развыпендривались? А ну-ка быстро прекратите, ёптить. Сисишка, а ну-ка быстро скажи, чтоб пошла отсюда, ёпта. Дай понять ей, что ей не удастся. Слушай, у неё нет таких намерений. Наоборот, я готова... Короче,
Я тебя нигде не видела такой, Сентана. Почему ты так нервничаешь? Пофиг на эту жену, ёптить. Она теперь законная жена сисишки. Ну? Ты не говори мне. Я понять не могу, что это. И никогда не сможешь. Я так и знала. Я не говорила с мистером Сиси. Мне не хватило духу. Зачем тебе с ним говорить? Он и сам должен был видеть, во что превратился Джина. Я думаю, что он видит. Он же любит ее. Что она делает, дорогой, не касается ни меня, ни тебя. Если я хочу здесь работать, я должна дать ей делать, что она хочет. Понимаешь, Сантаночка, милочка моя? Да, но не я. Я не буду делать вид, что ничего не вижу. Перемены слишком огромные. Что-то с Джиной не то. И это может повлиять на Брэндона. И я это ей не прощу. Что ты собираешься делать? Я пока не знаю. Но от бездействия я... Мне ринуться могу. Свихнуться, короче. Десять секунд до лифта, ёпта. Это для свадьбы, короче, ёпта. А теперь мы вам покажем, мистер, какое качество, по-вашему, самое важное для кровати, ёпта. Я? Да, вы. Ну что ж, прежде всего, оно должно быть огромное. Я люблю широкие кровати, где много места, чтобы вытянуться. Думаю, ваша жена тоже это ценит. Отдых гарантирован на матрасах Циммерман. Теперь вы, миссис, не могли бы попробовать? Подлягте, пожалуйста, на этот матрас и выскажите свое мнение. Что вы думаете об этом матрасе? Если быть до конца честной, он мне кажется немного бугристым. Бугристым? Вы не говорили, что вы такая чувствительная и нежная? Прямо настоящая принцесса, дамы и господа. А теперь смотрите вот. Теперь все ясно. Все нормально, босс. Я в смятении. Очень забавный, мистер Локвитш. Не боюсь, что... Вы боитесь меня? Я боюсь нового имиджа этого магазина. Возможно, он нам не очень подходит. Мистер Циммерман, все может быть хорошо, мы увеличим продажи матрасов. И хотите, наймите меня вашим девицом, да? Я сделаю вас богатым человеком, и у меня для этого миллион идей. То вы есть... Да, бьюсь об злокат, и смешить меня все. Короче, да, одновременно то и другое буду делать. И смешить, и бабки зарабатывать. Ладно, хорошо, но только для пробы. Жена меня может поколотить, если узнает. Сначала ей придется Короче, мистер Циммерман, вы умеете смотреть далеко вперед. Настоящий первых проходит. И вы никогда не пожалеете, обещаю вам. Я выведу дом Циммермана на новый уровень. И доведете до меня до развода через пару недель. Он кажется мне таким близким.
Твой отец не был таким, как хочет доказать Мейсон. Тебя использовали так же, как Батона. Если он был таким идеальным, таким трепетным, почему же он бросил вашего киндера? Потому что мы были слишком молоды. Потому что ты была бедной. Потому что ты была дочерью домработницы, и это не вязалось в его планы. Ты врешь! Подумай, Сантана. Кто подтолкнул тебя бросить своего ребенка? Это был не мой отец, это был Ченнинг. Это неправда. Он только делал вид, что винит в этом Батона. Но он с облегчением вздохнул, избавившись от этой ноши. Это неправда! Когда настал час испытаний для вашей любви, он сделал и бросил вашего ребенка. Он выбросил вас за борт обоих, чтобы быть свободным. Он был вынужден. Он этого сам хотел. Потому что он был слишком не готов, чтобы признаться тебе в любви и так далее. Лжец. Я никогда в это не поверю. Он хочет просто поссорить меня. Он любил. Ченнинг любил меня. Он хочет... Я его и любил Брэндона. Где бы ни находился Брэндон, помоги ему. Господь, я его так люблю. Мама! Мама! А? Брэндон! О, Господи! О, май гад! Милый! Не шевелись, я иду! Иду! Не двигайся! Держись и дай мне руку! Не двигайся! И протяни мне руку! Еще, протяни мне руку! Давай, ты сможешь! Давай руку, дорогой, вот уже почти! Фрэнк, что вы тут делаете? Я принес вашей жене цветы, я подумал, что она будет очень рада. Здравствуйте, здравствуйте, Фрэнк. Я немедленно отнесу их Августе и скажу ей, что вы здесь. Спасибо. Фрэнк, Фрэнк. Франкусик, Фрэнк, Фрэнк, Франкусик. Это очень мило с той стороны, что ты принес цветы. Они великолепны, ну ты же знаешь, она может их увидеть. Она не может их увидеть. Но она может их понюхать. Да, ты прав. Ты абсолютно прав. Она будет рада. Знаете, ваша жена, если быть точным, ваша будущая, бывшая жена, она такая очаровательная, я все время о ней думаю. Это правда? Да. Я бы не хотел, чтобы наша комедия вылилась в что-то серьезненькое. Поэтому постарайтесь не слишком думать о ней. А нет, проблем, никакого риска, все нормально. Фрэнк, это вы? Да, и это я. Как ваши дела? Теперь хорошо, но я не ожидал увидеть вас сегодня. Но он только принес цветы тебе. Как мило. Держите. Спасибо, какой запах. Хочешь, поставлю их вазу? Садитесь с Фрэнком на диван, там вам будет удобней. Хорошо, спасибо. Ведите меня. С удовольствием. Давайте пройдем вот тут. Вперед, осторожно. Упс. Все нормально. Вот, можете садиться, устраиваться, все чисто, как говорится. Могу сказать, что вы сегодня хороши, как никогда. И у вас очень красивый наряд. Ой, спасибо, это подарок. Могу даже сказать, что это отборный подарок. Пойду займусь цветами. Я думала, ты уже ушла. Нет, но я уже ухожу прямо сейчас. Ну вот, да. Вы говорили мне, что все еще замужем. Юридически да. У меня не было времени развестись. Но мой брак распался уже несколько месяцев назад. О, мне жаль. Не стоит. Боюсь, любовь уже давно прошла. Ой, как жаль. Меня удивляет, что его тут нет. В такой момент он бы мог вас позаботиться. Вас бы это не удивило. Лайнер эгоист, думает только о себе. Да, таких мужчин немало, они думают только о себе. У Лионеля это состояние души. У вас должно быть довольно трудная жизнь. Да, но к этому быстро привыкаешь.
он не сумел понять, какая чудесная у него жена. Да, но теперь это уже не имеет значения. Вы все еще здесь? Да. Простите, мисс, я бы хотел остаться, но мне надо уходить. О, нет. Мне так нравится с вами говорить. Мне не с кем говорить, кроме Джулии. Да, я понимаю это, но мне пора идти, работы много, короче, да. Я должен много наверстать. Рутина, профессия, понимаете, да? Да, конечно, понимаю. Отчеты, бумажки. Я должен сдать полетный рапорт. А, понимаю. Говорят, что хорошая хозяйка не настаивает два раза. Ну что, спасибо, что зашли, Фрэнк Усик. Надеюсь, я смогу вернуться и еще поболтать с вами. Это было приятно. Спасибо. Выход там. Я не смогу вас проводить. Да не проблема, Август, все нормально. И поверьте, я рад за вас, что вам понравились цветы и все такое. В общем, так. Спасибо за цветы. Всего доброго. Пока-пока. Как мило с его стороны, а? Да, похоже, он очень симпатичный. Знаешь, он меня очень порадовал. Тем, что снова тебя навестил? Да. Даже не представляю, как я могу еще интересовать мужчин. По-моему, ты слишком пессимистична. Что ужасно, мне так хочется быть красивой. Хочется быть соблазнительной, я даже не знаю, на что похоже сейчас, на кого я сейчас похожа. Мне нравится тот, кому я нравлюсь. В моем-то положении, в отличие от того, кого я знаю, ну, имеется в виду Лионель. Если ты имеешь в виду Лионеля, меня это нисколько не смущает. Ого, так вот, да. Понятненько. Моя мать с отцом поняли бы, почему я это делаю. Они бы одобрили. Одобрили бы. Брэндон, милый мой, иди сюда. Чик, Сантана, его нашла. Все в порядке? Да. Послушайте, Сантана нашла Брэндона. Подождите, Келли, пустите меня. Я сам. Он живой, он не ранен. Тихонько, Ник, будь осторожен. Осторожно, Ник, осторожно. Я на него это не похож, он никогда так не делал. Тихонько, Сантана, тихонько. Он в порядке? У него какой-то странный вид. Что значит странный, ёпт? Вы правы, он почти без сознания. Что вы хотите сказать? Он заболел? Пульс учащен, он почти не дышит. Я не врач, но я уже видел подобное. И видел такое в боях. Эх, о чем вы? Он в состоянии шока. Роза, передайте ему полотенце. Надо везти его в больницу, я вызову скорую. Быстрее, Сиси, быстрее. Не, почему они так долго его осматривают? Терпение. Он там уже долго. Вряд ли это что-то серьезное, он был бы в сознании, звал. Вот и врачи. Извините, мистер Кэффл, осмотр был долгим, но я должен был удостовериться... Прежде чем сказать вам, мы сделали ему анализы. Мы нашли его на крыше, но он не падал. Да, меня тоже поначалу это удивило. Но теперь я твердо уверен. Оказалось, что Брэндон страдает от передозировки лекарств. Мы сделали ему промывание желудка. Что? Пока я не знаю точно, чего он наглотался. Я еще не знаю, как он нашел ту мерзость, но я буду держать вас в курсе. Когда я смогу его увидеть? Уже скоро, через полчаса, но не позже. Извините. Он наглотался лекарств? Но где он мог их взять? Не уверена, что это хорошая идея приходить сюда с мужем моей старшей бедной сестры.
подумают, а вот очаровательная Джулия вместе с лучшим продавцом матрасов. Я никогда вас не считал забавным, Лионель. Но это поведение человека, который в глубине всего боится. Это правда. Надо же, какой ужасный ресторан. Ни одного кота на горизонте. За исключением Джека Ли. Да, это он. По телевизору вид у него был намного лучше. Вот что, ты тоже его знаешь, да? Подожди меня, я на минутку. Куда вы? Хочу сказать ему пару ласковых. Да, что вам нужно? Да ладно, Джек, не надо делать вид, что ты меня не знаешь. Простите. У вас явное преимущество. Здесь такое плохое освещение, но, к сожалению, я вас не узнаю. Поверить не могу. Вы сидите тут передо мной и даже слова мне не скажете. Как дела? Где вы пропадали? Ладно. Ладно. Это ваше? Да. Вы позволите? Спасибо. За ваше здоровье. Черт возьми. Подождите, подождите. Мы с Джеком знакомы 100 лет, но он уверяет, что это неправда. Но теперь он так меня запомнит, да? Вот так. Джулия, уведите себя достойно. Простите, извините, отпустите меня. Может, вы и личный советник президента, но вы все же тот же мерзавец, которого я знала. Спасибо, я уведу ее, Джулия. Отпустите меня, отпустите меня. Вы хотите, чтобы нас отсюда выгнали? Вы напали, как настоящая фурия. Что произошло? Ничего. Когда мы были знакомы, только и всего. Когда-то были знакомы. У вас какие-то слуги влиятельные. Что это за Мегера? Больная. Вы ее знаете? Больная или нет, ясно одно. Она меня на дух не переносит. Все нормально, сам высохну. Все нормально. Ну что, вы узнали, что произошло? Нет, пока ничего. Батон, слушай, дорогая. Надо что-то делать с Джиной, ей потребуется уход. Вспомни все неприятности, которые произошли в последние месяцы. Сначала история с Джетсоном, потом обвал туннеля и так далее. Ты способна это вынести, Иден? Я не спрашивал твоего мнения. Не лезь не в свои дела, ладно, поняла? Если никто не будет лезть, у тебя тоже будут серьезные проблемы. Пойми, она носит нашего ребенка, понимаешь, да? И у нас своя семья, новая семья. А у нас, ты подумал? Я думал, мы были для тебя дороги. Но похоже, нет. На время об этом говорить не время. Потом, когда Брэндон будет вне опасность, и наедине поговорим. Вот так вот. Ты по-прежнему мне не доверяешь. У тебя есть минутка, да? Да, да. Послушайте, вам не обязательно здесь оставаться. Все, что почти закончилось. Нет, я останусь вообще-то. Знаете, после того, как я вас сюда искал, то малыш мне не безразличен. Так значит, вы остаетесь? Спасибо, Ник. Большое спасибо. Простите, я хочу поговорить с мамой Брэндона. Да? Миссис Кэпфелл. С Брэндоном все хорошо. Но я должен вам сказать, что если бы он остался, не дай бог, на крыше еще немного, у него остались бы повреждения. Мой год. По отчету из лаборатории можно с уверенностью сказать, с полной уверенностью, что ваш сын наглотался анальгетиков. Это не смешно, доктор. Откуда он мог их взять? У нас дома нет таких лекарств. Я не знаю, мистер Кэпфелл, но то, что проглотил Брэндон, миссис Кэпфелл, очень похоже на медикаменты, которые я выписал вам, чтобы... Ну, тогда, поняли? О, да, это... Да, конечно, теперь я вспоминаю. У меня оставались эти таблетки. Возможно, я их положил в какой-нибудь ящик. Опять я во всем виновата. Ничего бы не случилось, если бы я их не оставила. Ненавижу эти таблетки. Боже, какая ты глупая. Ну ничего. Ну ничего страшного. Мы все это... Я хочу его видеть. Да, конечно. Можете даже провести с ним ночь. Спасибо. Слава богу, с ним все в порядке. Ник, спасибо за помощь. Я отвезу Келятину домой. Хорошо. Мистер Си, мы вас покинем, нам с Идом надо кое-что тут сделать. Я счастлив, что Брэндон все в порядке, спасибо, Круз. Я проверю, все ли в порядке, чтобы отвезти Келли домой. Сантана, вы поедете домой?
Со мной, с Розой? Нет, спасибо. Поезжайте без меня. Ты не едешь? Нет, не сейчас. Что ты собираешься делать? Я хочу остаться и увидеться с Брэндоном. Сантана, родная, тебе не кажется, что будет лучше? Что если ты до завтра подождешь? Сейчас с ним Джина. Ей не понравится, если ты зайдешь к нему. Мне все равно, мама. Я должна увидеться. Хоть совсем ненадолго. Мой милый, если б ты знал, как мама за тебя волновалась. Как я испугалась, как... Сори, маман. Это ты сори меня. Ты знаешь, у меня нет в жизни важнее тебя. Никогда не прощу того, что случилось. Это ужасно. Мне было так страшно наверху, мамочка. Конечно, я тебя понимаю, дорогой. Но теперь обещаю, что я тебя не оставлю. Я люблю тебя, мамик. Мамик, маман, ёпта. Ай, не будем расставаться. Этого больше не повторится. Я буду к тебе очень внимательной. Тебе больше не будет страшно. А теперь надо поспать. Закрывай глазки, засыпай. Книжки спят. И так далее. Извините. Я могу войти? Да, конечно. Мы с вами чуть не потеряли смысл всей жизни. Да, чуть не потеряли. А я даже не поблагодарила за то, что вы его спасли. Ты рисковала своей жизнью, когда полезла за ним на крышу. Спасибо тебе. Я жизнь дала бы, не задумываясь, за Брэндона. Я не сомневаюсь. И я тоже. У меня есть к вам просьба. Какая? Можно мне провести эту ночь в его палате с вами? Мы могли бы установить очередь. Держали бы его за руку, чтобы было бы ему спокойнее. Это очень важно для меня после такого ужасного дня. Ну, может быть, на эту ночь, да. Почему бы и нет? Спасибо. Вы так ничего не нашли, ёпт. Я должен знать, что это за вумен было. Я не пойму, чтоб я ее знал, не помню. Нет, к сожалению, я не знаю, как ее зовут. Только имя, Джулия. Во всяком случае, она меня знает и не любит, короче. Да, я знаю, что вы делаете, что можете. Постарайтесь еще мощнее работать. Это срочно, я не могу быть терпеливым. Эта девица может нам все испортить. Кто такая Джулия? Кто такая Джулия? Все равно ты мне все скажешь рано или поздно. Кто такая Джулия? Говори, где она? Кто такая Джулия? Колись, ёпта, блин. Что ты делаешь? У меня нет никакой ностальгии. Я именно здесь предложу тебе выйти замуж. Ну, не конкретно в этом лифте, но в лифте. Вспоминаешь? С трудом. Помнишь, как я тебе предложил, да? Не ври. Я подумал, что ты шутишь, потому что ты трус. Да, я вот один дрожал от страха, но потом взял себя в руки. Что с тобой? У меня нехорошее чувство, что произойдет какое-то нехорошее событие. Дорогая, невесты всегда так думают. Это нормально. Да, довольно часто. Иногда и женихи тоже нервничают. Но после церемонии мы с тобой по полной отдохнем. Ну ты понимаешь, о чем я говорю, да? Ты сам веришь то, что ты говоришь? Безусловно. Будем надеяться, а то у нас масса проблем будет.
Вы правы, Иден. У вас будет масса проблем. Завтра вы узнаете о важных переменах в ваших свадебных планах. А потом и всей вашей жизни.